Заслуживает ваш лайк однозначно, только это уже следующий ролик. Здорово-здорово, дорогие друзья, с вами Костоявен. Мы продолжаем играть на сервис Матранта номер 3, все как всегда. Можно сказать, вытягиваем последние соки из мода 1.9 обновления. Вот. И сегодня, как вы поняли по названию ролика, мы будем тюнить очень интересный автомобиль под названием Ferrari 488. Короче, присаживайтесь подобнее, и мы начинаем. И подъезжаем мы к изменению номерного знака. Ferrari 488. И на 004. Произвести обмен. Все. Теперь у нас есть Ferrari, я вам даже не показывал. Вот. ААА 004, 78, 488. Почти надо было на регионе, 88 регион было бы вообще 488. Короче, это очень знаменательный день для меня, потому что Ferrari — это вообще первые мои Ferrari на сервере. Это во-первых. Во-вторых, блядь, чип не управляется вообще. Вот как с таким чипом можно было ездить, а? Скажите мне. Во-вторых, это моя первая тачка на СГУ. Но почему я все-таки решил взять на СГУ? Потому что заплатил я за эту Ferrari 14 миллионов. Уже за гелик вспоминаю, там менты. Я уже от них не уеду на таком чипе. Ну, чип, конечно, вообще не очень. Прям вообще. Надо сейчас выбрать. Короче, я выбрал какой-то чип более-менее. Поехали от ментов, чисто. Опа, поедут за нами или не поедут? Хотя зачем надо? Это надо. Здесь адаптивный спойлер или что? Или мне показалось? Не, мне показалось. На Ferrari я не знаю, есть ли адаптивный спойлер. Кстати, вот это интересно. Я не помню, чтобы на Ferrari был адаптивный спойлер. Кстати, от предыдущего владельца, я же так и не сказал. Это был... Кто у нас владельцем был? А я не помню, короче, вы сейчас увидите, короче, часть, где я покупал. Также большое спасибо игроку Мирошка, потому что он, в отличие от других, отдал свой дом на 9 мест, чтобы я смог пойти купить эту Ferrari. Ferrari я купил на том номере АКМ-077-77 за 28 миллионов ровно. Он сначала хотел 30, потом я ему написал, типа, а есть вообще, может, у кого-то есть еще Ferrari? Он говорит, есть еще один СГУ, типа, за 29 отдам. Я говорю, 28. Он говорит, 28 с половой, но потом, короче, 28. Да и все. Монстр, привет. Ку. 1КК. Короче, мы приехали в винильную. Почему? Во-вторых, мне кто-то говорил, что здесь есть винил Гуччи, Прада, Луи. Так, кузов, покраска, так, я что-то не вижу. Он либо его спрятал куда-то вот под окошко. Давайте сейчас посмотрим, давайте его расширим немного. А, вот он. Короче, здесь Гуччи винил? Нет. Я же не колхозник, конечно же, при продаже мы его поставим, чтобы дороже можно было его продать. А так мы его уберем и сделаем Кайнос Феррари. Феррари должна быть только красная. Все. Красную Феррари делаем, и это просто становится просто пушка. Вот такая она красная. Торино, или как он там любит называть. Любит называть GTA 5. 100 тысяч, бэнь. И теперь мне очень интересно, есть ли тюнинг на Феррари. Потому что 488 это такая очень злая на расширениях. 458, они прям, можно сказать, ушли от городского стиля более такому спортивному, прям грозному, злому, трековскому стилю. Но мне кажется, тюнинга на нее нету. А, там РКВ написал, Паша, ты куда? Да, тюнинга, как я говорил, нет. Ну, в принципе, чё, прикольно, я и так без тюнинга. Конечно, мне больше нравится 812, это прям вообще идеал. Чё по дискам? Я вот думаю, менять диски или не менять. Давайте мы сейчас заедем и посмотрим вообще, как выглядит сток. Потому что я даже не знаю, как сток выглядит. Не, ну сток такое. Я тут понял, что кроме 35-х дисков, и которые у меня сейчас на тачке стоят,
больше сюда вообще не подходят. Вот эти прям, я бы сказал, и подходят. Смысл покупать других, если они не подходят. Ну, те 35-е тоже, но тратить просто 600 тысяч. Такое, тем более вот эти подходят. Тут пацаны раздают на Вольвах дрифтовых, Коко. Как это? Новая песня вот это. Развал, кстати, на чем мы приехали сюда настраивать развал и ширину колес, если мы могли поехать. О, кстати, салон. А мы ж на гелике так и не затестили салон. Садись. О, Авентадор приехал. Ну вообще, Хуракан, как по мне, намного лучше Авентадора. Просто намного. А мы можем отрегулировать данные диски? Да, мы можем. Так, задние диски. Регулировка, радиус. Давайте выберем радиус где-то вот такой. Ширину. Можно заглушить ширину где-то вот так. Вынос вот так. Развальчик вот так. Все, с задних на передние. Все. Только спереди. Как в жизни у них разно. Радиус сзади больше, чем спереди. Вот так сделаем. Даже никто не заметит. Я надеюсь, мне 550 тысяч не снимут. Нет, не сняли. Или сняли. Нет, не сняли. Вот, повезло. Кстати, вот я лично слышал только пару раз звук СГУ. Потому что я без звука катаю. Так, а почему я его не слышу? А, вот. А звук. Звук неплох. Так, здесь камер нету, значит, можно притопить. Давайте туда поедем и замерим максимал. Let's go. Ну, короче, я обычно let's go. Да и все. А, вот. Еще там что-то такое было. А, вот. Тоже. Две вариации. Звук убираем. И смотрим на максималку на 101 бензине. Если не ошибаюсь, там у него должно быть что-то около 400 максималка, да. 400 максималка и 35 километров. Нет, 410 максималка и 25 километров добавлено 101 бензином. Но все-таки АА-04, 78 сюда очень идут. И хорошо, что спереди нет номеров. Так, теперь любимая рубрика «Смотрим салон». Ну, салон, в принципе, такой, как должен быть. А вот интересно, мне реализовали, как в жизни, что в пассажира можно... Ой. Что в жизни можно... Ну, у пассажира есть, короче, тахометр. Вот такой вот маленький здесь. Вот тут. Но его нету. Там тахометр, спидометр и такого. А нету. Нету. Открыть капот, открыть багажник. О, хоть здесь открывается. Так. Сзади что, вот 10. Да, здесь стоит. Ну да. Ничего такого, без никаких надписей. Феррари. Ферраревский значок 1. Ферраревский значок 2. 3. Что последний? Так, откройся, я сказал. Чё на ней не открывается? Так. Да чё за херня? А ну я тебя высажу, блин. Если ты это делаешь. Ой, не то заспамил. Это тоже Феррари. И тоже красная, пацаны. Чё, Феррари? Такое. Кстати, смотри, как она плюсиком вот пишется. Если СГУ все у меня минус, то здесь плюсик. Опа. Чё так остановили меня? Я не понял. И самое это классное, что здесь можно вот так на G нажал и проезжаешь, и ты без штрафов. Вот эту тачку, наверное, я буду много использовать, чтобы там погонять и т.д. и т.п. 4000 пробега. Ой, что могу сказать? Ну все, в принципе, весь и тюнинг. Хотя, и тонировка 80, лобашки, бока 80, жопа пятак. Все грамотно затонировано, Subaru. Я, можно сказать, уже нечего что делать. Одну из своих целей на смотре я уже сделал, это СГУ. И это я уже притормаживаю по привычке. СГУ и это Феррари, но это АА-04. И нам остался один автомобиль, чтобы собрать полностью коллекцию АА. 78-177 через слэш. Я бы покупал 177, если не было в ГОСе 78. Ну и там еще 777.
Хотя мне надо было, если у меня уже 78 регион, надо было покупать 178, а не 177. Я что-то затупил. Я тогда с похмелья зашел и купил 9 номеров. Короче, все, с вами был Эван. Ставьте лайк, если вам понравился данный видос. Это очень краткий видос, это минут по 5 будут выходить. Желаю всем удачи, всем пока.